Это дальше мне пришел заказ из интернет-магазина Postal Shop. И давайте посмотрим, что здесь внутри. Сразу хочу показать марки, которые мне пришел. Выглядит он вот таким образом. Ой. И вот таким образом он выглядит. Он это маркер, который делает в виде эти всякие штампи. Давайте попробуем. Я тут картонку взяла прямо от заказа, уже извините меня за неизысканность. Маркер в виде звездочки. Так, звездочка не очень. О! Покрасивше получилось. Прикольненько. Вот первое, что мы видим, это спасибо за заказ, такая карточка. Далее пошли открытки. Не заказывала, может быть, случайно тыкнула. Ой. Так, вот это такие шикарненькие наклеечки, Стотера. Вообще, мне кажется, Стотера знают все. Просто ми-ми-ми, прелесть-прелесть. О, вот эти я не заказывала, наверное, в подарок. Или заказывала. В общем, котики, как вы видите. Ну и дальше уже чисто открытки пошли.